Глава республики Айсен Николаев поручил до февраля составить прогноз рисков возникновения пожаров в лесах грядущим летом. В прошлом году по сравнению с 2021 годом площадь лесных пожаров удалось снизить в 14 раз, а их количество в 3 раза. Илдархан поручил не только сохранить, но и улучшить этот результат. Акцент при планировании защиты лесов от пожаров сделают на районах в зоне риска. В прошлом году такая практика оказалась эффективной, просчитанные риски подтвердились. Наиболее горимыми оказались Усть-Майские, Алданские, Нерюнгринские и Тампонские районы. На охрану лесов от пожаров правительство Якутии направит 900 миллионов рублей и еще 80 миллионов на работы по искусственному вызыванию осадков.